Всем привет! Метатели в гостях у Бирхантера. Сегодня поговорим о глушителях в арбалете. Да-да, такой тот существует. Буду снимать на фронтальную камеру. Качество похуже, зато звук близко к камере. Давайте вот лазер специально включаем. Слушать, самое главное, слушайте. Звук схождения. Сейчас какой будет без глушителя. Наводимся и шмаляем. Предохранитель-то забыл выключить? Слышали, какой щелчок здесь был? Там какой щелчок, не слушайте. А теперь устанавливаем глушитель сюда. Как скажете, блин, глушитель. Но вот такие вот резинки. Поворачиваем. Берем вторую резинку. Устанавливаем. Но они маленькие. Можно на самом деле большие установить резинки. Там вообще будет тихо-тихо. Но эти все-таки побыстрее устанавливаются. Doom мини-агрегатор. Самый мощный арбалет, ребята. На собственном примере посмотрел. Мишени все насквозь прошивает. Это ужас какой-то. Ну ладно, скоро Бирхантер сделает нормальные мишени, чтобы все выдерживало. Ну давайте взводим и шмальнем еще раз. Теперь уже с глушителем. Так, взвели, посмотрели. Стрела упала, стрела здесь. Почему смотрю? Многозарядный арбалет. Не дай бог какой-то камешек попал. Стрела вниз не упала. И получится у вас холостой выстрел. Ни в коем случае этого никогда не делайте. Любые арбалеты в хлам разлетаются. Здесь стоит защита, ребята. На собственном примере испытал. Торопился, что-то стрела неправильно там залетела и холостой выстрел сделал. Думал, все. Нет, просто тетива слетела и все. Взял пресс, выгнул, стрелу заправил и нормально. Ребята, ну самый классный арбалет. Где вы такое видели? При холостом выстреле арбалет сразу на помойку можно выбрасывать, блочный. Его рвет, плечи все вырывает и ломается. Этот же, ну молодцы, Бирхантер, сделали нормальный. Doom мини-агрегатор, офигенная вещь. Ну, на собственном примере испытал. Ну, поторопился, стрела не упала, поэтому перезарядили, лучше посмотрите. Ага, здесь ложбинка упала, там все есть. Ну что ж, теперь стреляем с предохранителем. Предохранитель установили, глушитель установили. Повторюсь еще раз, здесь самое главное звук. Пускай качество будет фиговое, слушайте. Стреляем теперь с глушителем. Установили и стреляем. Разница есть? Ну, чуть-чуть потише скажете. Ну, какая разница? Все равно по ушам не бьет уже. Гораздо тише, чем до этого было. И, кстати говоря, многие насмотрелись мое видео. Бирхантеру пишут. Хотим Doom мини-агрегатор, такой же, как у метателя пистолетный. Doom мини-агрегатор с прикладом продается. А я вот такую моду сделал. Ну, согласитесь, модель-то удобная, плечи обратные, поэтому как... Ну, давайте. Третью стрелу выпустим. Так, стрела упала, все здесь. Ну, давайте как сначала как пистолет стрельнем и скажу. Кто там еще звонит, блин? Тут сейчас братан проходил. Спам какой-то звонит. Короче говоря, весь кадр мне испортил. Я же одним кадром все снимаю. Ну, решил переснять. Чтобы не накладывать одно на другое. Короче говоря, почему пистолетный арбалет Doom мини-агрегатор? Ну, с прикладом это не то. Мамба, понятно, там плечи спереди, клюет вниз. Здесь, смотрите, как бы я... Так, лазер надо выключить, чтобы батарейки не садились. Тут как бы пистолет, даже обвесы не мешают, и нормально держишь. Ну, сами видели, стрелял нормально все. Без проблем стреляешь, и как бы... Ну, в принципе, я не маленький, сил у меня есть, поэтому... Нормально одной рукой могу держать и стрелять. Баланс здесь нормальный. Если плечи спереди, все равно маленько клюет. Здесь нормальный в этом плане арбалетик. Короче говоря, пишем комментарий, как вам видео такое. По-моему, Бирхантера не было этого. Про глушители в арбалетах. Нужно видео или не нужно, пишем комментарий. Как-то вот так вот. Еще видео для Бирхантера записывать. С моими впечатлениями. Как-то вот так вот. Подписываемся. На Бирхантер, на метатели, конечно, тоже. И пишем комментарий. Как вам глушитель в арбалете? Знали вы такой или не знали? Всем пока, до новых встреч!